футбольный клуб «Гомель». Очень интересная встреча по помещению, что Иван Горовец. Вот такая вот судейская бригада будет обслуживать сегодня Евгения Синовича, который вот прозвучал. Ну что, очень опасно. Подача в штрафную, здесь удар, не создает опасный. Гомель может начинать свою атаку, не было свистка. Адеола набирает скорость по левому флангу, есть у него свободное пространство, отдает передачу на Эфаге, и Эфаге теряет мяч. Но нет, Потапенко подбирает, удар поворотом. Неплохо приложился Потапенко, но здорово. Он на месте сыграл Антон Борисов, показывает на Адеолу. Навес. Нет, все-таки получается еще навес, и Велисюк вступает. Сыграли такой... Разрешение у Амина Кухели, можно ли ему войти в игру. Посмотрим за атакой, я расскажу эту историю. Я думал, что на площади можно здесь бить или обыгрывать. Сюда поворотом, и здесь сейф. Ну что, передача влево. Удар поворотом, и не будет здесь углового. Здесь момент, но обнул удар поворотом. Так вот, что касается Идриса, Юнура, Замарина. Валерьевич мячом, выдержит удачу здесь выступил Валерьевич. Идрис, что площади здесь хорошие. Него, ладно, ты его! Это не Потапенко, это Синицкий. Передача на Матвейчика, на противоположный фланг. Матвейчика отпасовывает на Потапенко. Потапенко на вес, удар. И где здесь? Удар. Судьба штрафной. Селинский. Селинский с мячом. Передача на него. Он обвешивает. Посмотрим, как он будет здесь. В дальнейшем. Здесь на вес. И пустой угол сейчас был. Зажигай. Фланг, здесь и Дуол набирает скорость, неплохо так развернут атаку, а Дуол уже в штрафной площади, удар поворота! Продолжаем, мы также респектом тут показываем, заброс и... Что, я думаю, что каждый тренер, наверное, не рискует ставить банк. Здесь Матвейчик, навес, удар головой и попадает Адуэл в Ковалевича. Ром, хэм! Давно уже в своей карьере привык. Маргонь атакует, передача налево. Лукса, удар поворотом, попадает Адуэл. Да, поворота! Просто не было никаких шансов достать мяч. Здесь неплохо разыгрывают, и Фаге удар поворотом! Один гомер выходит, куда? Джуниор Фаге! Здорово разыграли гомельчане! Открывает счет по встрече, сразу же Фаге подбегает к главному тренеру своей команды. Валерий Горцов, работала старое футбольное правило, не забиваешь, ты забиваешь себе. И после удара мы встал Валерий Горцов. И даже по статистике, о которой я скажу немножко попозже, по XG, так скажем, по ожидаемым голам, смотрим, показали эту атаку. Синицкий попадает на мячу, мяч переходит к Матвейчику, Алексеевич, удар, и и Илья Алексеевич становится автором забитого мяча. Ну здорово, пробил здесь Алексеевич, так же здорово, как и пробил его по команде Джуниор Фаге. И Гомель делает себе хорошую заявку на победу в этом матче. Несмотря на то, что эти два мяча забиты в начале второго тайма. Сразу же Прянков накинулся на Алексеевича, поздравляя своего команду Дола. Неплохо здесь выставил ногу, очень вовремя. Вперед, удар поворотом, Дукса! Удар поворотом, и здесь, да, Александр Игнатьев уже стоял на колени. Здесь выход один на один, может получиться, уходит. Слишком быстро на него прыгнули. Передача вперед, и здесь Фаге. Фаге не успевает, и здесь легко привести сам себя на сутку. Здесь навес, и мяч идет в центре, и на левый фланг, на правый фланг, Кучинский.
Кучинский, а Потапенко, Потапенко, и Абдулетаев, Кубищу, и мяч даже не смог, а мимо ворот, и совершенно не точно, и я уверен, что совсем не надо. Будет подача, головой, и бывает, вращение делает финт, навес, никого здесь не оказывается, удар по воротам, поди центральный защитник Гомеля ворота, здесь вращение выпрыгивает и отпасовывает на гол с мячом Альму. Кабачевский удар по воротам. Послушает болельщиков, навес и мяч. В составе Гомеля замена. Смещение в центр, пас Ануфриев и Адуола, есть момент! В Гомеля, как они классно здесь разобрались, и Козловский на Адуолу, и Адуола потом отпасовал назад. И вновь мяч пришел к Адуоле. Алексеевич, передача на Селинского, Селинский удар по воротам и спасает свою команду. Запрос вперед, есть свободное пространство у Андрея Потапенко, но первый на мяче будет здесь Кристиан Мурин. Нет, Потапенко вылезает этот мяч. Прострел и Козловский! Просто как бы от следующий даже мяч. Козловский выход 1-1, удар и... Опровергнуть наши слова, вышел один передачи. Прямо по голову и забил третий мяч в ворота Сморгони. Мяч ворота Сморгони забил номер 20, Денис Козловский. Болельщиков, которые наверняка в хорошем настроении, потому что команда пока что крупно выигрывает. Передача налево. Здесь Букса с мячом. Удар по воротам и Владислав Игнатьев. Вступает в игру, забирает мяч. Смотрим, как разыграют зелено-белый этот штрафной. Здесь прямой удар от Александра Анухлева, но мяч идет выше. Выше ворот и сразу же... Давай,